Сегодня, в третье воскресенье сентября, жители Алматы отметили День города. Стартовали торжественные гуляния с международного конкурса «Алматым жүрегінде» на площади Абая, после чего аким города Ирбулат Досаев обратился к алматинцам с поздравлениями. В своей речи он подчеркнул, что Алматы – это не только город, но и символ независимости Казахстана, место, где началась новая история страны. Главное богатство города – его жители, которые делают его разнообразным и гостеприимным. После поздравительной речи аким города наградил званием «Почетный гражданин города Алматы» тех, кто оказал значительный вклад в развитие и процветание города. Среди награжденных – ученые, медики, художники и общественные деятели, а именно художник Алпысбай Хазгулов, ученый-антрополог Оразах Исмагулов, ученый-математик Аскар Джумадильдаев и многие другие. Бұрынғы Алматы менен қазіргі Алматыны салыстыруға болмайды. Жастарға сіздерге айтсақ, қалай Алматының өскенін сіздер сенбейсіздер. Ол нөлден бастап, мұны қандай әсем қала болды Алматы деген. Дүниесінде мен көп елдерде болдым, бірақ қазіргі Алматыдай дамыған қала көргім жоқ. Завершая официальную часть мероприятия, аким города посетил фестиваль «Алма-фест». На ярмарке яблок представлены плоды из 45 хозяйств, которые гости праздника могли попробовать. Развернуты также различные зоны активности, включая фудкорты, фотозоны, детскую спортивную площадку для просмотра кино под открытым небом. На Арбате глава мегаполиса посетил фестиваль современного искусства «Арбат-фест». Благодаря необычным арт-объектам территория променада превратилась в открытую галерею. В рамках фестиваля было установлено 17 работ, размещенных по улице Байсеитовой. У каждой работы есть бокс с описанием и пояснением автора. Напомним, что празднование Дня города началось с 25 августа, включая концертные программы и тематические фестивали, охватившие все районы Алматы и главные площади города.